поисках решений. Холмс возродился в половине шестого. Он был оживлен, весел и бодр. Так обычно сменялись его приступы черной меланхолии. «В этом деле нет ничего загадочного», — сказал он, беря из моих рук чашку чая, которую я ему налил. «Факты, по-видимому, допускают только одно объяснение. Вы уже нашли разгадку». «Ну, это еще рано утверждать. Пока я нашел одну чрезвычайно важную деталь. Она позволяет предположить многое, но многое еще предстоит и выяснить. Я только что обнаружил, просмотрев подшивку Таймса, что майор Шалто и сапер Норвуда, служивший в 34-м бомбейском пехотном полку, умер 28 апреля 1882 года. Вы, вероятно, Холмс, сочтете меня тупицей, но я не вижу в этом ничего особенного. Не видите? Вы поражаете меня, Ватсон. Ну ладно, посмотрим на дело с другой стороны. Итак, капитан Морстон исчез. Единственный человек в Лондоне, кого он мог навестить, майор Шалто. Но майор Шалто сказал, что при приезде Морстона в Англию ничего не слышал. А через 4 года майор умирает. Проходит неделя после его смерти, и дочка капитана Морстона получает ценный подарок. Через год еще один, потом еще. И так несколько лет подряд, пока не приходит письмо, где сказано, что с ней поступили несправедливо. Это, безусловно, намек на исчезновение ее отца. Зачем бы наследники Шалто стали посылать ей драгоценные подарки, если бы они не знали какой-то тайны, если бы не хотели за что-то вознаградить мисс Морстон? Можете ли вы как-нибудь по-другому объяснить и связать воедино все эти факты? Но какое странное вознаграждение и в какой странной форме оно предложено? Почему он прислал свое письмо сейчас, а не 6 лет назад? Кроме того, в письме говорится, что несправедливость должна быть заглажена. Какая несправедливость? Ведь не может же быть, что отец ее жив. Значит, он имеет в виду что-то другое. Да, в этой истории есть еще темные места, задумчиво проговорил Холмс. Но наша сегодняшняя поездка все объяснит. А вот и мисс Морстон. Слышите, подъехал Кэп. Вы готовы? Да-да, идемте, уже 7-й час. Я взял шляпу и свою самую толстую трость. Холмс, я заметил, достал из ящика письменного стола револьвер и сунул его в карман. Было ясно, что нашу ночную поездку он считает делом серьезным. На мисс Морстон был темный плащ, ее милое лицо было бледно, но спокойно. Она не была бы представительницей слабого пола, если бы наше странное путешествие не вызвало у нее тревоги. Но самообладание ее было поразительно, и она охотно отвечала на вопросы Шерлока Холмса. Майор Шалто был очень близкий друг вашего отца. В своих письмах отец неизменно упоминал о майоре. Они вместе служили офицерами в охранных войсках на Андаманских островах и таким образом много времени проводили вместе. Между прочим, в письменном столе отца был найден один очень странный документ. Никто не мог понять, что это такое. Я не знаю, имеет ли он к этой истории отношение, но на всякий случай захватил его с собой. Может быть, вам будет интересно взглянуть на него. Вот он. Холмс развернул сложенный в несколько раз лист бумаги и осторожно раскладил его у себя на коленях. Затем с помощью лупы он стал очень тщательно рассматривать его. «Бумага сделана в Индии», — сказал он. Какое-то время лист был приколот кнопками к доске. На нем набросан план одного крыла какого-то большого дома с многочисленными комнатами, коридорами и переходами. В одном месте красными чернилами поставлен крестик. Над ним полуистершаяся надпись карандашом. 3:37 слева. В левом углу странный иероглиф, похожий на 4 написанных в ряд креста, перекладины которых соприкасаются. За ним крупным размашистым почерком стоит знак 4. Джонатан Смол, Мохаммед Сингх, Абдулла Хан, Дост Акбар. Не понимаю, какое это может иметь отношение к вашей истории, однако, по-видимому, это важный документ. Его заботливо хранили в записной книжке, так как обе его стороны чистые. Мы и нашли его в записной книжке. Не потеряйте его, мисс Морстон. Может быть, он еще нам пригодится. Я начинаю думать, что это дело более сложное и запутанное, чем мне показалось сначала. Я должен заново все обдумать.
Холмс откинулся на спинку сиденья. По его сдвинутым бровям и отсутствующему взгляду я понял, что он напряженно думает. Мы с мисс Морстон говорили в полголоса о нашем путешествии и о том, чем оно может кончиться, а наш спутник всю дорогу хранил непроницаемое молчание. Был сентябрьский вечер, около 7 часов. С самого утра стояла отвратительная погода, и сейчас огромный город окутывала полная пелена тумана, то и дело переходящего в дождь. Мрачные грязного цвета тучи низко нависли над грязными улицами. Фонари на Стрэнде расплывались дымными желтыми пятнами, отбрасывая на мокрый тротуар поблескивающие круги. Освещенные окна магазинов бросали через улицу, полную пешеходов, полосы слабого, неверного сияния, в котором, как белые облака, клубился туман. Бесконечной процессии лиц, проплывающих сквозь узкие коридоры света, лиц печальных и радостных, угрюмых и веселых, мне почудилось что-то жуткое, будто двигалась толпа привидений. Как весь род человеческий, они возникали из мрака и снова погружались во мрак. Я человек не впечатлительный, но этот унылый тягостный вечер и наше странное путешествие подействовали мне на нервы, и мне стало не по себе. Я видел, что и мисс Морстон испытывает то же самое. Один Холмс, казалось, не замечал ничего. Он держал на коленях открытую записную книжку и время от времени заносил туда какие-то цифры и заметки при свете карманного фонарика. У боковых входов в театр-лицеум толпилось уже много народу. К главному входу нескончаемым потоком подъезжали двуколки и кареты, из которых выходили мужчины с белой накрахмаленной грудью и женщины, закутанные в шали и сверкающие бриллианты. Едва мы достигли третьей колонны, назначенного места встречи, как от нее отделился низенький, смуглый, вертлявый человек в одежде кучера и подошел к нам. «Вы вместе с мисс Морстон?» — спросил он. «Я мисс Морстон, а эти джентльмены мои друзья». Незнакомец посмотрел на нас очень внимательным, пронизывающим насквозь взглядом. «Простите меня, мисс», — сказал он настойчиво, — «но я прошу вас дать слово, что никто из ваших друзей не служит в полиции». «Даю вам слово», — спокойно ответила мисс Морстон. Человек пронзительно свистнул, и какой-то уличный мальчишка подвел к нам стоящий на той стороне кэб и отворил дверцу. Наш собеседник вскочил на козлы. Мы сели внутрь. Возница взмахнул вожжами, и кэб с бешеной скоростью покатил сквозь туман. Ситуация была несколько необычной. Мы ехали неизвестно куда и неизвестно зачем. Или вся эта история была мистификацией, чьей-то шуткой, чего не было никаких оснований предполагать. Или что было более похоже на истину, нам предстояло узнать что-то очень важное. Мисс Морстон держала себя по обыкновению спокойно и сдержанно. Я пытался ободрить ее рассказами о своих приключениях в Афганистане, но сказать по правде, меня самого так взволновала эта поездка и так разбирала любопытство, что мои истории были, пожалуй, несколько путанны. Мисс Морстон и по сей день утверждает, что я рассказал ей тогда занятный случай, как однажды глубокой ночью ко мне в палатку заглянул мушкет, и я дуплетом уложил его из двухствольного тигренка. Сперва я еще мог уследить, куда мы едем, но очень скоро, благодаря быстроте, с которой мы мчались, туману, а также моему плохому знанию Лондона, я перестал ориентироваться и мог сказать только, что мы едем уже очень давно. Шерлок Холмс, однако, не терял направления и то и дело шепотом называл площади и улицы, по которым мы проносились. «Рочестер Роуд», — говорил он, — «а вот и Винсент Сквер. Выезжаем на Воксвелл Бридж Роуд. Очевидно, мы едем в Суррей». «Да, пожалуй, что туда. Проезжаем мост. Смотрите, в проемах блестит вода». И в самом деле внизу блеснула темная вода Темзы, в которой отражаются зажженные фонари. Но вот кэп уже на другом берегу мчится по запутанному лабиринту узких извилистых улочек. «Бонсерт Роуд», — говорит Холмс. «Приори Роуд», «Ларкхолл Лейн», «Стоукэлл Плейс», «Роберт Стрит», «Голд Хаба Лейн». А цель нашего путешествия лежит, кажется, не в фешенебельной части города. Мы идем.
проезжали через один из самых мрачных и подозрительных районов Лондона. Слева и справа тянулись ряды унылых кирпичных домов, однообразие которых нарушали только ярко освещенные трактиры непрезентабельного вида на углах улиц. Затем пошли двухэтажные виллы с миниатюрными садиками перед домом. Затем снова бесконечные ряды новых безвкусных кирпичных зданий, чудовищные щупальца, которые протягивают во все стороны короткий кант. Наконец Кэп остановился у третьего дома совсем новой улицы. Один из соседних домов не был обитаем. Тот, у которого мы остановились, был такой же темный, как и соседние, не считая светлого окошка в кухне. Мы постучали, нам тотчас открыл слуга-индус в желтом тюрбане и белом свободном платье под поясанным желтым кушаком. Было странно видеть эту экзотическую фигуру в дверях третьеразрядного лондонского загородного дома. «Загиб ждет вас», — сказал он, и в тот же миг из внутренних комнат послышался тонкий